Задержание со смертельным исходом. В Крыму во время спецоперации российских силовиков умерла ветеран крымско-татарского движения, 83-летняя Виджея Кашка. У нее не выдержало сердце. ФСБ обвинила группу крымских татар, среди которых и Виджея, в вымогательстве денег у иностранца. Когда людей начали хватать, женщине стало плохо, она скончалась по дороге в больницу. Виджея Кашка участвовала в национальном движении с 50-х годов минувшего века. Ее семья пережила депортацию и только в конце 60-х вернулась в Крым. Виджея называют человеком-легендой. Несмотря на свой почтенный возраст, она принимала активное участие в национальном движении. Росія як держава-окупант має дотриматись прав людини відповідно до міжнародного права. І, звичайно, ми вимагаємо від Росії припинити знищення корінного народу Криму, тому що, перш за все, ці репресії спрямовані проти кримсько-татарського населення. І ми висловили наші щирі співчуття рідним і близьким ветерану кримсько-татарського руху. І певні, що відповідальність за всі ці злочини, вона неминуче настане. О преступлениях российской власти в Крыму сегодня говорили в Брюсселе. В бельгийской столице сейчас находится официальная делегация Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на каждой встрече он будет поднимать вопрос о преступлениях России на оккупированном полуострове.